Закулиска – это серия онлайн-интенсивов, семинаров, лекций о юморе. Это проект для юмористов, для людей, кто хотят определиться в юморе, научиться чему-то новому в юморе и в целом понять, что такое культура юмористическая, как писать шутки, как с ними, где можно там выступить, понять свои вообще возможности в этом юмористическом мире. Я решила участвовать в проекте, потому что это крутая возможность прокачать свои навыки юмора, вообще погрузиться в эту сферу, узнать для себя что-то новое, найти клевых людей вокруг, единомышленников, с которыми можно дальше сотрудничать и развиваться в этом направлении. Когда учился в институте, играл в КВН, где, собственно, познакомился с Настей, которая организовала данный проект. Когда она пригласила меня на данный проект, я понял, что это действительно та вещь, которую я хотел бы попробовать, это познакомиться с новыми людьми, прокачать свои навыки юмора. Поэтому я однозначно принял решение, что нужно идти.